Воздух вибрировал от знакомого звука. Это был звук, который каждый житель Гусева знал с детства. Это был рев танковых двигателей. Звук, глубоко вплетенный в саму суть Гусева. Этот звук напоминал о силе и мужестве, о тех, кто защищал город. Это был день танкиста, день празднования и памяти. День, когда город вспоминал своих героев и чествовал их подвиги. Гусев. Город с стальным сердцем чтит своих героев. Улицы были заполнены людьми, пришедшими на праздник. Они пришли отдать дань уважения. Взрослые и дети. Все они собрались здесь, чтобы выразить свою благодарность. Они пришли почтить память павших. Цветы и свечи у мемориалов напоминали о тех, кто не вернулся. Они пришли, чтобы прославить дух своего города. Гусев гордился своими героями и их подвигами. День танкиста – это больше, чем просто праздник. Это день, когда город объединяется в едином порыве. Это символ стойкости Гусева, его силы. Танки, проезжающие по улицам, напоминали о мощи и непоколебимости города. Это напоминание о жертвах, принесенных ради защиты Родины. Каждый год Гусев вспоминает своих героев и их подвиги, чтобы никогда не забывать о цене мира. Гусев имеет долгую и славную историю, связанную с танковыми войсками. Этот город, словно живой памятник, хранит в себе воспоминания о тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины. Многие поколения его сыновей и дочерей служили в армии. Служили с отличием. Служили с честью. Их подвиги и самоотверженность стали неотъемлемой частью истории Гусева. Память об их службе запечатлена в душе города. Она в памятниках. Она в рассказах. Она в сердцах людей. Каждый уголок Гусева пропитан духом героизма и преданности. В этом году День танкиста имел особое значение. Он объединил всех жителей города от мала до велика в едином порыве гордости и благодарности. Он ознаменовал собой 78-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Войны, которая оставила неизгладимый след в истории человечества. Войны, которая подвергла испытанию пределы человеческой стойкости. Войны, которая показала, на что способен человек ради свободы и мира. Войны, которая закалила дух Гусева. Сегодня, спустя десятилетия, мы продолжаем чтить память тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Их наследие живет в каждом из нас. Сердцем праздника стала церемония на городской площади. Это было торжественное событие. Это было время вспомнить павших. Время почтить живых. Солдаты с гордостью на лицах стояли в строю. Горожане наблюдали. В воздухе висело ожидание. Медали сверкали на солнце. Награды за отвагу, награды за доблесть. Каждая медаль рассказывала историю мужества. Каждая медаль олицетворяла собой жизнь, отданную на службу. Тишину нарушил звук голоса. Это был момент, когда все взгляды обратились к сцене. Это был мэр, человек, который понимал, какие жертвы приносят солдаты. Он говорил о мужестве, о стойкости, о тех, кто не вернулся домой. Он говорил о долге, который лежит на плечах каждого гражданина. Он говорил о нерушимой связи между Гусевым и его танкистами, о том, как город и его защитники стали единым целым. За ним последовали другие высокопоставленные лица.
каждый из них добавлял свои слова благодарности и признательности. Каждая речь вторила одним и тем же чувствам – благодарности, уважению и восхищению. Люди в зале не могли сдержать слез. Они говорили о непоколебимой преданности солдат делу защиты своей Родины, о том, как каждый из них готов отдать свою жизнь за мир и свободу. Их слова находили глубокий отклик в сердцах собравшихся. Каждый присутствующий чувствовал гордость и благодарность. Каждое слово было свидетельством общей истории города и его защитников. Это был день, когда прошлое и настоящее соединились в едином порыве благодарности и уважения. Церемония закончилась, но праздник продолжался. В воздухе звучала музыка. По улицам разносился аромат традиционных блюд. Смех и разговоры смешивались с гулом танковых двигателей. Связь между городом и танкистами была ощутимой. Она чувствовалась в теплых объятиях солдат и их семей, в смехе детей, играющих на танках, в общих рассказах о службе и жертвах. Для семей военнослужащих это был день огромной гордости. Жены, матери и дети сияли от гордости, наблюдая за тем, как чествуют их близких. Они понимали, какие жертвы приносят их любимые. Они разделяли бремя службы. Они были тихими героями, непоколебимыми столпами поддержки. День танкиста был напоминанием о силе, которую они находили друг в друге. Это было свидетельством силы, любви и верности. Дети с широко раскрытыми от удивления глазами залезали на танки. Они садились на место механика-водителя, и их воображение разыгрывалось. Они мечтали пойти по стопам своих отцов и дедов. День танкиста был посвящен не только прошлому. Он был посвящен будущему. Он был посвящен тому, чтобы вдохновить молодое поколение служить своей стране с тем же мужеством и самоотверженностью. Речь шла о том, чтобы посеять в юных сердцах семена патриотизма и долга. Солнце начало садиться, но праздник продолжался. Рев двигателей постепенно стихал, сменяясь переборами гитар и пением. Но дух дня танкиста витал в воздухе. Он жил в сердцах людей. Он витал в воздухе, как свидетельство мужества и самопожертвования гусевских танкистов. Они были хранителями мира. Они были защитниками Родины. Они были сыновьями и дочерьми Гусева. И город чтил их всем своим существом. День танкиста в Гусеве закончился, но воспоминания остались. Отзвуки речей, детский смех, торжественная гордость в глазах солдат – все это осталось с городом. До следующего года, когда рев моторов вновь заполнит улицы, и Гусев будет чествовать своих героев. До следующего года, когда город и его танкисты будут стоять плечом к плечу, объединенные общей историей и непоколебимым духом.